И почему ты еще не на стримах Hell Yeah Play? Так, мне там скинули, кстати, видосы. Вот тут со мной непонятно что. Ну-ка, давайте глянем. Сергей Hell Yeah признался кавер искусственного интеллекта Валентин Стрыкало. А, я даже знаю, на какую песню сейчас это будет. Ну-ка. Давай, давай, давай. Дипфейк. Есть и зрители, ну так это платные. Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставит мое сердце вновь биться. Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь, не удосужившись даже проститься. Офигеть, далеко, далеко, в дальние, дальние страны. Далеко, далеко. Что это за? Почему АИ сделал это именно вот таким вот? Вот этим вот. Что за хрень? Типа, это не попытка пропеть, это далеко. Уеду лечить свои раны. Ты, наверное, спросишь, мама, почему я так плачу в последнее время? Откуда женское белье в моем шкафу? Тебе придется падение, придется падение. Все решено, мама, я гей, папа, я гей. Может, их просто промолчать, может, излиться или беситься. Не на это напевать. Важно, как уходить, если устал, если не с кем делить свои чувства. А разбитые сердечки не склеишь по частям, и любовь не заставишь вернуться. Далеко, далеко, в дальние, дальние страны. Далеко, далеко, я уеду лечить свои раны. Спросишь, мама, чего я перестал улыбаться? Зачем я повесил себе постер Джуда Лоу? Мама, смирись и расслабься, смирись и расслабься. Все решено, мама, я гей, папа, я гей. Можете просто промолчать, можете злиться или беситься. А я пошел гулять с Эдиком, с Яриком, с Мариком. И встретил подъезда с Голидей, с Мосликой, с дядей Гришей. Подменим друга, нет спать, нет спать, нет спать. Подменим друга. Сиськами великой матери! Пиздатая анимация про стикманов в майне. Пиздилка прила... Ой... Это было хорошо. Это было хорошо, это было хорошо. Это прям... Это... Конечно, то, что искусственный интеллект еще добавил вот это вот... Прям придало случайный рофл. Да? Жестяк. Ну нет, случайно, конечно, не настоящего чего. Вы же понимаете, что я не это, не... Вы же понимаете, да? И что-то знает. Да нет, правда, случайный. Тот момент, видимо, слишком высокий для твоего оригинального голоса. Ну, наверное, да, но смешно. Жду на Яндекс.Музыке.